Здравствуйте, дорогие друзья. Решил подкормить перчик древесной золой. У меня запас примерно где-то щепоточку, немного, где-то вот так вот. Переборщишь, они попрут все не в плоды, а в кусты. Что-то они жиденькие. Вот помидоры благоухают. Все то же самое. Перегной подсыпал и сюда. Но эти что-то слабоваты. Приступаю к прополке. Ну вот, прополол. Жарко у нас. Но ветер холодный. Вернее, солнце ярко светит. Нам тучка помогла, прикрыла солнышко. Я поработал. А вот сейчас опять выглядываю. Так-то вообще-то ясно. Ну как-то так, друзья. Всего вам доброго. Так что скоро, через недельку глянем на результат. Всего вам доброго. Будьте здоровы.